2 сентября, я использую официальную дату, умирает глава Узбекистана Ислам Каримов. Это шок. В связи с этой смертью сразу появляется огромное количество слухов, пересудов и обсуждений. Почему такая завеса тайны? Не дать взрыва общественного и социального или других моментов внутри республики. Если Конституция говорит два срока, а человек у власти с 91 года. Элементов двойных стандартов не только в Узбекистане, она есть во многих странах. Да, да. Я никогда не забываю, в какой стране мы находимся. Радикальный ислам, который базируется на территории Афганистана, представляет несомненную угрозу не только Узбекистану, но и всему региону, а в целом не только региону, но и всему миру. Вы сегодня раз, наверное, 4 к этой теме возвращались. Мы, российские узбеки, всегда ратуем, чтобы Узбекистан был в тех структурах, тех образованиях, которые с Российской Федерацией. Словом, тема действительно представляет интерес. Во-первых, что происходит сегодня в Узбекистане? Страна нам абсолютно не посторонняя. А второе, тоже очень интересно, что в Узбекистане может произойти.